Они почуяли угрозу и перешли в открытое наступление. Представители секс-меньшинств блокируют принятие неугодных им законов. В Америке они выходят на проплаченные митинги. В Европе действуют через СМИ и открытых геев в парламенте. Впервые на телевидении. Исследование черных дыр мировой политики. Голубая мечта о мировом господстве. Кто хочет сделать меньшинство большинством? За океаном и в России. Мы назовем их всех. Документальное расследование. «Гей-овер» в пятницу в 20:00.